Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Да, действительно, есть у вас музыкант с аккордеоном, а у нас есть под рукой, буквально в шаговой доступности, настоящий, внимание, орган. И мне даже вот разрешили несколько нот на нем сыграть. Вот разрешил мне как раз Андрей Бардин. Мы с ним вместе здесь находимся. Андрей Бардин, солист Красноярской филармонии. И сегодня мы с Андреем поговорим о фестивале рождественском, о чудесном волшебном событии, которое вот стартует буквально 25 декабря. Закончится он уже 12 января. А ну что интересного такого здесь будет происходить все это время? С 25 декабря по 12 января пройдет фестиваль, в котором примут участники из России, Соединенных Штатов Америки и острова Мальта. Откроется фестиваль рождественским концертом вечером 25 декабря. Мы выступим вместе с солисткой Красноярской филармонии Анастасией Кабановой. Затем 28-29 декабря выступит московская органистка Мария Макаренко. 2 и 5 января ребят ждут детские новогодние концерты. 3 и 4 января выступит главная органистка Кафедрального собора Святого Патрика в Нью-Йорке Дженнифер Паскуаль, Соединенные Штаты Америки. 6 и 7 января пройдут концерты санкт-петербургского органиста, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого и певца с острова Мальта Джозефа Лиа. 8 января состоится мой рождественский концерт и завершится фестиваль выступлениями еще одной московской органистки Маргариты Еськиной 11 и 12 января. И мы приглашаем всех телезрителей на концерты. На все мероприятия. И на органистку из Штатов, и, конечно же, на концерт Андрея. Ну, какой репертуар обещаете? Вот сугубо новогодний, рождественский? Естественно, все программы так или иначе связаны с тематикой Рождества, Нового года. Так, концерт американской органистки проходит под общим названием «Рождество в Нью-Йорке». Концерты дуэта певца и органиста носят общее название «Тайны Мальтийского ордена». То есть такой некий налет конспирологии присутствует в этих программах. Такое более мистическое. Да, Словом, много очень интересного. Веселые новогодние концерты и разного. I wish you a Merry Christmas будете играть. Конечно. А может, сыграем сейчас для наших телезрителей? Для телезрителей утреннего кофе что-нибудь такое рождественское? С удовольствием. Потрясающе. Сейчас чарующие звуки органа от Андрея Бардина нас ожидают. Наслаждаемся звуками органа. Я передаю слово вам, студия. Надеюсь, что вам тоже понравилось.